первый раз вообще в таком формате проводим благотворительные мероприятия. И мы очень надеемся, что мы сможем проводить его долгие годы. Мы простые люди, которые хотят делать что-то человечное. И чтобы видеть человечность друг друга, чтобы другие вовлекались. Почему мы здесь? Кто мы для друг друга? Ну, для того, чтобы делать что-то вместе, даже чтобы каждый искать себя, реализовывать себя, помогать в реализации другим и быть другом для каждого. E quello che io ho visto qui con l'opera di Emmaus, soprattutto pensando anche alle ragazze della Casa Volante. То, что я видел здесь, думая особенно о ребятах из летающего дома. E di vedere delle persone che sono veramente rinate. Это я увидел здесь ребят, которые по-настоящему возродились, то есть начали жить заново. Ребята необыкновенные, это помогает увидеть, что каждый человек – это личность, это индивидуальность, что ребята открываются как ростки, которые, если чуть-чуть подпитывать, чуть-чуть смотреть на них определенным взглядом, они просто открываются как бутоны, как цветки. И сегодня это прекрасный день, потому что наши ребята были во всех командах и предпринимателей, и командах бизнесменов, и у нас были здесь IT-компания, и в других командах они участвовали как полноценные, сильные, выигрывающие, целеустремленные. Это было очень радостно за этим наблюдать. Здесь я поддерживаю Маус как предприниматель. Я пришла сюда со своей командой. Мне не сложно помогать по одной причине, потому что если что-то делает меня живой, что-то делает меня радостной, счастливой, влюбленной в эту жизнь, то, конечно же, на работе я совсем с другим настроением, с другим стремлением иду к целям, и у меня получается намного лучше. Чемпионы нашего турнира. Первое место сегодня. И подарки. Подарки вам. Спокойное летающее море. Ваша мать. И это вам первое место на первом турнире. Лучшие игроки, пожалуйста, 7 человек. Дамы и господа, это вам на память. О вашем вкладе в замечательное дело. Вы строите будущее. Спасибо вам огромное.